Ну что, вспомнила все? Еще как. Сейчас поплавала, растянулась, лет 100 скинула. Приходи всегда, когда захочешь. С хотелками-то все в порядке, а вот времени нет. Охранник твой тебя там сторожит? Ну, не без этого. Надо тебе это. Я даже не помню, как ушла из отдела. Как обухом по голове это увольнение. Ну, а что? Сама дура. Упертая дура. Сама виновата. Ну, видно, это не мое. Пойду в медсестры. Угу. Не сможешь. Скучно будет. Опять же, Потапов. А что Потапов? Марта, они никто не заступились за меня. И он тоже. Попробуй быть умнее. Возьми и извинись. Извиниться? Угу. И перед ним тоже. Ну да, это ж я виновата, в конце концов. И заявление это написала тоже я. Извинюсь, завтра. А что не сегодня? Звони прямо сейчас, еще не поздно. Март, можно я вина спокойно попью? Вина можно. Боже мой, что случилось? Как тебя угораздило? Господи! Тихо, 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 потихоньку. Аптечку, винты, не знаю что. Марта, перекись надо, перекись. Москва как Наполь. Наполь? Неаполь. Неаполь. Мафиозо вырывает сумки у дам. Представляешь, сумку украли. Рука там деньги, двигает. Телефон. Хорошо, что случилось там, где мы договорились встретиться, а то вообще убили бы. Да неважно, убили, неважно сумка, деньги. Важная вещь, лаптоп, диктофон, там вся информация, материал. Дорогая, ну успокойся, пожалуйста. Позвони в редакцию, ты же им отправляла копию. Прости, прости, прости. Так надо. Да ты умник, мон амур. Конечно, я умник. Интервью с Кораблевым пропадет. Какая жалость. О, мне надо звонить Потапов. Ты сделать это? Я? Да. Я давать номер. Звонить сама. Ой, твоя ля съель ты драм. Плыви или тони. Хорошо, дорогая, я помогать звонить Потапов. Блюфит. Держи. Мерси. Да. Потапов узнали? А, конечно, узнал. Элен, made in France, да. А вы? Людмила Сергеевна, передавайте привет. Мне надо с вами говорить наедине. Ну, давайте завтра вечером. Ресторан Марти? Хорошо. Тебе привет. Мон амур, я звоню в редакцию. Алло, бонсуар, c'est l'info visine. Peux-je parler, monsieur Lafitte? Comment? Pour quelle raison? Je ne comprends pas.
Pouvez-vous clarifier la situation? Макс, ты нашел себе не женщину, а уходящую катастрофу. Что сейчас-то? Судя по всему, что-то очень серьезное. Я ее такой вообще никогда в жизни не видел. А мне нравится. Жаль, что шок скоро пройдет. Макс. Мне надо выпить. Водку, если можно. Водку принесите. Я уволена. И мой редактор тоже уволен. Ого. Ну вот он, звериный оскал капитализма. Все исчезло, все, ни один страниц, ни... Вся моя работа накрыта медным тазом. Дорогая, ну это образно, ну все образуется. А ты не думала, что это может быть как-то связано? Ну, нападение, вот это, увольнение. Нет. Макс, мы едем домой. Мне же нужен еще алкоголь и секс. Много. Сок! Шок, видимо, прошел, да? Оп, пардон. Ну, извините, день у меня сегодня настоящий мэр. Значит так. Извиняешься, пишешь заявление, и тебя принимают обратно. Как миленькие. Можешь даже не сомневаться. Ты нашего Титаника не знаешь. Мамочки, как она это делала? Ну что же, друзья, план нам никто не урежет. А вот двоих сотрудников мы с вами лишились. Некрасова уволилась. Знаменский до сих пор на лечении. Поэтому главка и прислал нам нового сотрудника. Прошу любить жаловать. Капитан полиции Василий Васильевич Саблин. Денис Александрович, разрешите? Конечно. Ну вот ведь! Вот ведь! Ведь можем! Я смотрю, господин Саблин обладает способностями Некрасовой. Нет, господин Потапов. Простите, а что, вы без ее способностей сами справиться не можете? Нет, справляемся. Ну и слава богу. Так, прошу любить и жаловать. Василий Васильевич, расскажите несколько слов о себе. Смелее, смелее, мой друг, смелее. Ну что сказать? Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Доброе утро. Извините. Извините, вы здесь работаете? Типа того. Я просто снял похищение человека на телефон вчера вечером. Вот. А что же вы только сейчас пришли? Ну, я ступил, побоялся. Думал, мало ли серьезные преступники. Пойдемте к дежурному скорее. Привет, Люся. Привет. Ты как? За вещами пришла. Пустишь? Да, конечно. Это кто? Это свидетель. Я к Потапову провожу. Вот. Так что
В уголовном деле я человек не новый. Думаю, дело не испорчу. Я так понимаю, ваше распоряжение поступает, товарищ майор. Так точно. А как же вас такого ценного работника отпустили? Не знаю, насчет ценности не уверен. А так приказом главка. В чем дело? Здравствуйте. Кто вас сюда пустил? Я соврала внизу, да. Простите. Соврали. Вам не привыкать. Я просто хочу попросить прощения. Пожалуйста. Я понимаю, что это из-за меня мы упустили преступника. Это я повела следствие по ложному пути, и мы потеряли время. Особенно я хочу попросить прощения у вас, Алексей Иванович. Трогательно. Дальше что? Я очень хочу работать. Пожалуйста, примите меня обратно. Просто, госпожа Некрасова, принимают в пионеры. Вы что, заявление под гипнозом писали? Почти. От обиды. От обиды. Ей-богу, прям вот какой-то детский сад. Мягкие игрушки. Госпожа Некрасова, ваше заявление подписано. Вы уволены, всего доброго. Товарищ полковник, по-моему, человек извинился. Хочет работать, работник ценный. Господин Потапов, здесь решение принимаю я. И я никому не позволю переходить через мою голову. Ясно? И пока я здесь начальник, я своих решений не отменяю. Решение принято, штаб заполнен. Хотя есть вариант. Точно. Давайте уволим Знаменского. Вас устраивает? Согласны? Извините. Конечно. Не согласна. Не согласны? Поздно! Решение принято. Работаем. Весело у вас тут. Да. Сильно. Сильно. Я сейчас. Люсь, можно с тобой поговорить? Можно потом, пожалуйста, ладно? Хорошо. Алексей Иванович, а? Гражданин похищение девушки случайно снял? А мне вознаграждение дадут? Дадут. Хорошо. Пройдемте. А телефон мне вернут? Вернут, вернут. А когда вернут? 9-го. Ага. Я не при делах, честно. Тебя никто и не винит. В общем, вот. Здесь основное. Пока. Вон твой стол. Саша. Вася. Андрей. Весело у вас тут.
А зря. А замочек в дверь-то так и не врезали. Такая быстро. Самокритично. Ну ладно. Извини. Что? Потапова решила подвинуть, да? Умница. Сильно, сильно. Как ты думаешь, Томин, Коля, примет предложение занять место Потапова? Может, и примет? Засиделся он в капитанах. Собственно, как и я. А ты знаешь, что большие звезды, они полнят? А. Угу. Так то-то я и вижу. До вечера. Благодарю. Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Здравствуйте. Вижу, узнали меня. Да. И понимаю, что наша встреча не случайность. Правильно понимаете. Это хорошо. Значит, понимаете, что все, что я скажу, должно остаться в тайне? Наверное. Да вы не пугайтесь. Никаких государственных секретов. Похитили девушку, Регину Куйбышеву. Это спортсменка? Чемпионка всего на свете, да? Лыжница? Прыжки в воду. А. Регина очень дорога мне. Есть люди, которые выдвинули условия ее возвращения. И вы не хотите платить? Да нет, речь не о деньгах. Дело в другом. Они хотят… Короче, если я это сделаю, случится катастрофа. Это будет конец. И не только для меня. В полицию я обращаться не хочу, будет огласка. Вы сможете ее найти? Вы частное лицо, вы ведь полиции больше не служите. Откуда вы узнали? Я знаю все о нужных мне людях. Вы поможете? Я попробую. Ну, а в обмен я могу сделать все, что угодно. Я хочу, чтобы меня восстановили на службе. И все? Вы удивлены? Договорились. Когда вы приступите? Я готова хоть сейчас. Садитесь. И решим ваше дело. Осваиваешься? Не свисти. Денег не будет. Простите, привычка. Угу, понятно. А, поехали-ка, знаешь, куда? С директором концерна «Эльф» поговорим, на которого машина Куйбышевой записана. Куйбышева, это которая… Именно. Поехали. Людмила Сергеевна, работать будете со мной. Вы поняли, что ситуация крайне щепетильная. Всю информацию, которую вы получите в ходе нашей совместной работы, вы можете обсуждать только со мной и ни с кем более. Да, я поняла. Ну вот ее машина, Людмила Сергеевна. Вероятно, отсюда ее похитили.
А если полиция узнает о похищении? А как? Шеф будет недоволен. Слухи связывают его имя с Региной. Начнутся всякие разговоры. А что? Есть какие-то основания? Нет, я просто спросила. Багажник можно открыть? Это что? Номер. Ее увезли на скорой. Лихо. Что-нибудь еще есть? Машина скорой. М-784АЕ. Нам пора. А регион? Две семерки. 77-й. Дерзко. Кто-то на метро. Ну, вот отсюда он. Оттуда снимал. Похоже. Опасно в наше время быть ныряльщицей. Ну, это смотря как глубоко нырять. Она что, утонула? Нет. Зачем ты меня сюда притащил? За компанию. Давай ты камеры посмотришь, а я свидетелей поищу. Ну, хотя бы так. Жалко, что Лиси с нами нет. В хорошем смысле слова. Да. Ну, давай, Эдгардыч, камеру посмотри. Мне позвонили, я всех собрал. Они после ночи еще не успели разъехаться, слава богу. Да, это вам повезло. Это та самая машина? Ну, собственно, вот водитель, фельдшер, врач. Полицейский, церемониться не буду. Прострелю колено и все. Полиция знает о похищении. Парень какой-то снял случайно на видео и принес в отделение запись. Я сейчас. Поймите, с помощью этой машины была похищена девушка. Ее жизнь сейчас в опасности. Ну сколько они вам дали? Мы вам больше заплатим. Я вообще ничего не знаю, у меня вызов. Что тут? Это он взял деньги.
Их ему дал мужчина, лет 40 с небольшим, в шатен. Сейчас нам товарищ расскажет все про своего знакомого. Эдуард Николаевич, тут к вам пришли. Проходите. Эдуард Николаевич Невахов, директор холдинга «Эльф». Чем могу быть полезным? Майор Потапов, капитан Саблин, уголовный розыск. Куйбышева Регина Станиславовна, президент холдинга «Эльф». Да. Одна из владельцев. Да. Из трех. Да. На этой машине ездит Куйбышева. Да, эта машина принадлежит холдингу, и на ней ездит Регина Станиславовна. Мы можем с ней поговорить? О, к сожалению, ее сейчас нет в стране. Она улетела в Милан. Да что вы говорите? А это вот не вашу начальницу похищают? Что вы все время мне что-то суете? Ведите себя достойно. Я вам еще пока ничего не сувал. А вы организовали похищение, и сейчас нам врете. Где она? Да уберите вы свои дешевые наезды. Почему дешевые? Совсем не дешевые. Да, товарищ полковник. Да. Есть прекратить. Понял. Когда она улетела в Милан? Да вот на днях. Число. 17-е, 18-е. Куйбышева Регина Станиславовна, Милан, на этой неделе. Продолжать? Нет. Нужно с ней поговорить, можно по скайпу. Да, да, хорошо. Но мне, правда, надо немного времени. Подождем. Александр Перов поехал со скорой разбираться. И я так понимаю, его нужно остановить. Правильно понимаете. Саня, привет. Ты доехал? Хорошо. Давай, возвращайся. Расследование приказано прекратить. Приказ сверху. Ну, чей-чей? Я не могу говорить. Давай, сворачивай. Скажите, капитан, а я вас в абонентах тоже как Титаник значусь? Никак нет. А ну-ка, покажите. Присядьте, покажите. Батарейка села. Ну, если у вас есть зарядка, я покажу. Есть. Да ладно, ладно. Расслабьтесь. У него все-таки 11 Оскаров. У кого? У Титаника. Ну, сейчас не об этом. Скажите, капитан, а как вы относитесь к повышению в должности и в звании? Привет, Сань. Привет. А я тебе звонить хотела. Родство душ, наверное. Ну что, как у тебя дела? Да нормально. Начальник чудит. Но суета и паника не спасут Титаника. Ну, в общем, у вас все как обычно. Ну да. Да ладно, потом расскажу. А давай ты сегодня вечером расскажешь. Я вина купила. Приезжай. А давай. А у тебя же выходные. Надо же, не забыл. Ну нет, конечно.
Ну, тогда выгоняй всех, я приеду. С Егорами уже покончено. До вечера. Пока. Вон он. Вышел. Быстро. Да, это я. Если полиция не перестанет в это лезть, ее убьют. Дайте мне с ним поговорить. Садитесь. Дайте мне с ним поговорить. Да, есть там такой упертый Потапов. Очень надеюсь. Что в опасную игру играет. Я могу с ним поговорить? Я не могу. Не хочет. Ну, ладно, я его сам найду. Лёш, пожалуйста, не надо ничего. Если что, я позвоню. Все. Пока. Это Людмила Сергеевна, она просто бывший сотрудник или? Нет, не просто. Я люблю ее, вопросы. Вопросов больше нет. Хорошо. У меня здесь встреча. Ты домой поедешь или здесь посидишь? Да я подожду. Ждать охота. Давай. Здрасте. Здрасте. Точно не музей. Здесь посиди, пойду переговорю, ладно? Меню или сразу закажете? Можно двойной эспрессо и меню. Хотя, не так-то и охота. Можно просто воды. Хорошо. Информация, которую вы мне передали, она тяжелая. Вы уверены, что это не фейки? Абсолютно. Это нападение, и то, что мой редактор уволен, и я, Мауси, я тоже уволена. Все говорит об этом. Надо еще раз все проверить, чтобы себя не подставить и других не подвести.
Я понимаю, я... Послушайте, у меня есть друзья еще. Я могу вам помогать. Ты ж моя умница. Ну что ж ты дурочку из-за себя строила? Чтобы тебе нравиться. Да. Алексей Иванович, Люся пропала. Что, Люся? Пропала. Вы просили ее номер на слежку поставить. Да, он пропал. Последнее место промзона на Угрешской. Сейчас сообщение поступило, там взрыв был. Сейчас буду. Савлин, за мной. Что случилось, Алексей Иванович? Давай бегом. Вы чего это творили? Вы зачем людей взорвали? Не навоевали, что ли? Сказано было Гулину убрать и все. Значит так. Девушку я забираю, деньги вам отдаю. Долю Гулина тоже. И валите из города. Тело мужчины. А Люся где? Не знаю. Ну что, испарились они, что ли? Алексей Иванович, дистанционная бомба, пшик и все. Вам просили передать. Кто просил? Мужик. Денег дал мне. Солидный. Да. Леш, все в порядке. Я в порядке, не волнуйся. Как ты меня напугала? Прости, пожалуйста. Просто пока лучше, чтобы никто не знал, что я жива. Что происходит? Я видела, куда везли Регину. Сейчас мы едем туда. Где ты? Не знаю, промзона какая-то. Это в северо-востоке. Трубку положите. Спасибо. Ничего. Ну, а что делать будем? Не знаю я. Я не знаю, что по машинам. Геолокация пришла. Сюда. Как говорится, пост дал, пост принял.
Я пойду. Приехали? Домой? Прям уснула. Все. Больше я тебя никуда не пущу. Давай договоримся так. Женщина сидит дома, варит щи. Мужчина работает. Хорошо. Придется научиться варить щи. Вот это правильно. Леша, можно мне чайку? С сахаром, с лимоном? Зеленый есть? Сейчас поищу. Thank you.
тебе расскажу, ты не поверишь. Там Люси чуть не убили. Опять Люся. Я что, всю жизнь оставшуюся буду думать, где ты, жив ты или нет? Может, ты любовница или в засаде сидишь? Саш? Зеленый не нашел, Люся? Вот у мамы какой-то ялтинский сбор. Я... Алексей Иванович, а это Регина, девушка того, кого нельзя называть? А где наш гитарист? В морге. Жаль. Горна только не хватает. На пионерскую линейку похоже. Долго ждать-то еще? Ну что, Людмила Сергеевна, здесь вы служите? Ну, служила. Ну, а вы, товарищ Кораблев? Я? Так точно? Вам привет большой и просьба восстановить Людмилу Сергеевну на службе. Слушаюсь. Желаете осмотреть все помещения? Конечно. Всегда мечтала. Пожалуйста. Ведите нас, Кораблев. Прошу. Ну, вот все и на месте. А Андрей? И с Андреем тоже разберемся. Ну что, поконим головореза? Покурим? Покурим, покурим. Угу. Пошли.